Внимание! Репетиции ежедневные. До выступления на сцене органного зала осталось 2 дня. Артисты камерного хора оттачивают мастерство до качественного звучания каждой ноты. Сочинский камерный хор при городской филармонии существует около 15 лет. 3-й год им руководит Ольга Луковская. Профессиональный коллектив сейчас готовит программу к 100-летнему юбилею российского композитора Георгия Свиридова, автора симфонической и хоровой музыки. Среди его музыкальных произведений всемирно известный вальс к фильму по повести Александра Пушкина «Метель» и сюита «Время вперед». Мы будем исполнять камерный хор хоровую музыку из различных его сочинений, как крупных, так и произведений акапельных. Это из кантат отдельные номера и отдельные сочинения, миниатюры хоровые. Романсы, песни, хоровые сочинения прозвучат на стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина и Прокофьева. Таким образом продолжается цикл концертов «Парад юбилеев». Любители классического пения ждут в зале органной и камерной музыки 15 мая в 19 часов. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.